ЦСКА проиграл Реалу в полуфинале баскетбольной Евролиги. В Белграде завершился полуфинальный матч финала 4-х баскетбольной Евролиги между ЦСКА и мадридским Реалом. Путевку в финал турнира получили испанцы, обыграв соперника со счетом 92 часа 83 минуты. Об этом сообщает корреспондент ленты.ру. Наибольшее количество очков в составе испанского клуба набрали Лука Дончич и Серхио Льюль. У обоих баскетболистов по 16 очков. Густаво Айон набрал 12 очков и осуществил 11 подборов. В составе армейцев 20 очков набрал француз Нандо Дикола. В прошлом сезоне ЦСКА также встречался с мадридцами. В матче за третье место российский клуб одержал победу со счетом 80 часов 64 минуты. В другом полуфинале турецкий Фенербахче переиграл литовский Жальгирис со счетом 76 часов 67 минут. Финал и матч за третье место пройдут 20 мая. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.